Чего ты там делаешь? Ты кусаешься-то, поросенок такой. Тима, покажи нам. Вот это покажи. Видишь, что у нас? Говнюк такой. Тима, будем распаковку делать. Привет, друзья мои. Я себе сделала подарок. Себе любимой. Вот такую вещь полезную. Сейчас будем делать распаковку. Мой любимый муж будет открывать, а мы будем смотреть, все ли здесь в порядке. Разворачивай к себе. Открывай. И говори, так аккуратненько все делай. Так, это инструкция. Кладем. Так, что там у нас еще? Аккуратно только открывай. Так, начинаем. Это у нас нож для измельчителя. Дальше. Что ты можешь двумя руками? Говори, что тут. Блендер. Сам привод. А, это сам привод для блендера, да? Угу. Так, аккуратно в одну сторону клади. Дальше. Потихонечку. Это что? Вот здесь над коробкой показывается, если не хочешь, чтобы я снимала. Это уже ставка. Так, это насадка для погружного. Ну, подожди. Это насадка для приготовления картофельного пюре. Вот. Аккуратненько, Сережа. Вот, уронил. Вот это какой-то колпачок. Тима. Тима пришел нам помогать. Да, Тим? Тима, иди посмотри, что здесь есть. Айда. Айда, посмотри. Айда. Посмотри, что есть в коробочке. Это я пока не знаю, что это. Так, а это у нас... Ну, это тоже какая-то насадка. Наверное. Это для этого, наверное, для взбивания молока. Так, давай мне эту коробку. Тихо, кота прибьешь. Блин. Покажи кота. Тима. Тима, скажи, с ума меня сведете, да? Это надо для этого. Сюда показывай. Это, может, для этого, для... Это для нарезки кубиками? Для нарезки, наверное, да. Вот эта вот штука. На щетке. Еще не разобрались. Так. Дальше. Двумя. Аккуратнее. Ну, что ты берешь за одну деталь? Сейчас сломаешь мне подарок. Вот сюда давай, ставь. Это сама емкость. Сюда. Ой, смотри, какая она большая. Лучше. Ну, прям вообще большой такой, да? Классно. Как она открывается? Ну-ка. Не знаю. Ну ладно, потом разберемся. Так. Вот на кнопку нажимаешь. Ага. Классно. Что там щелкнуло? Что-то упаковку. Закрылась она просто. Так. Дальше. Аккуратненько. Подожди. Господи. А это меньшая емкость, да, какая-то? Смотри. Аккуратнее, Сережа. Я аккуратно и так и господи. Ты лучше вот эту порви. Все, 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 все. Я достал, не порвал. Ну, что там, вынимай. Это еще одна емкость. Давай, показывай. Тоже нож. Только меньше. Так, дай вот это вот. Все. Это сюда. Так, это насадка для погружного. Крутится. Металлическая. Видишь, металлическая? Видишь? Металлическая все. Вот это вот металлическое. Вот это мне нравится, что оно металлическое. Так, это что? Это вот, наверное, для погружного емкость. Я думаю. А, это для жидких этих. Жидкие делать эти. Ну, для погружного. Миксера, наверное. Угу. Там написано. Так. Ну, это насадка, это терка, по-моему. Это терка для драников. Ну, покажи, что ты у нее тащил-то, блин. Я вообще вот здесь показываю, не на столике, чтобы там нам страшную батарею не показывать. Че, ничего, ну, не страшно. Так. Ну, это у нас та, которая выпала.
А что там выпало? Ну вот это первая терка вот эта. А где она? Вот она. Вот она. А вот это что за такая? Это крышка для стаканчика? Это крышка для стаканчика, да. Это вот. Я думаю. Что, сбил, закрыл и... Угу. Ну, муж руки здесь держит. Это вот мелкая терка. Угу. Ну и все, по-моему. Больше ничего вот нет. Вот так вот. Больше ничего нет. Вот. Теперь мы будем радоваться. Делать заготовки. А то у меня постоянно Сергей Петрович выполняет роль комбайна. Теперь он будет рулить комбайном. Я тем комбайном буду делать. Вот. Вот ну и тем тоже. Не пойму, это зачем. Разберемся. Это, наверное, верхушка. Вот, вот сюда вот. Она, наверное, не влезла. Вот сюда верхушка, наверное. Может быть. А сюда. Чё? Очки бы мне. Ну ладно, все. Сейчас будем разбираться. Спасибо ДНСу. Я очень рада. Все быстро, оперативно. Сегодня будем испытывать.